Открытое первенство по джип-триалу памяти Ербека Тамаева прошло в селе Хожнедон. Сюда для участия приехали около 40 спортсменов со всего Северо-Кавказского федерального округа. Главный приз – новенькая семерка. Победитель – тот, кто быстрее преодолеет опасную трассу, не нарушив правил. Ербек Тамаев был профессиональным гонщиком. Несколько лет назад он погиб в автокатастрофе. В память о нем родные, друзья и Федерация автоспорта Северной Осетии решили ежегодно проводить турнир. Призы исключительно за свой счет. Гоночную трассу тоже строили сами. Огромное спасибо братьям Ербека Тамаева, что поддержали. В первую очередь автоспорт Республики Кыргызстан. Данное мероприятие растянули и подвели к тому уровню, что с 2015 года оно садит в календарь РАФ. Будет уже официально всеобщероссийское соревнование, данный турнир. Огромное спасибо за призы. Я думаю, не только от меня, от всех участников, от всех зрителей, которые приехали, смотрят на этот праздник. Один за другим водители бросались во овраги, покоряли почти вертикальные подъемы и буксовали в шахматах. Так называются сложные волнообразные ямы. Порой напряжение достигало предела. В заезде участвуют только лучшие из лучших. Покорить экстремальную трассу удалось не каждому. Злую шутку сыграли погодные условия. За день до соревнования прошел сильный дождь, и даже палящее солнце не успело подсушить дорогу. Поэтому некоторые машины застревали в грязи. Впрочем, участники не посчитали это поводом для огорчения. Главное – масса позитива и адреналин, кипящий в крови. Подлетел и сорвал привод. Осознавал, что я не пройду эту гонку. Просто главное участие, главное не победа, а участие. Братья маленького Рамазана – участники чемпионата. Пока они готовятся к заезду, мальчик примеряет водительский шлем. Возможно, именно его имя возглавит мировые рейтинги среди экстремальных гонщиков. А ты сам бы хотел участвовать? Угу. А будешь, когда вырастешь? Да. Мама не будет ругать? Нет. Мама гордится будет. Самое важное в автоспорте – угадать с погодой. Дождь – главный враг трасс и машин. Ведь следующие соревнования по джип-триалу пройдут уже 27 июля в Санибе. Хочется верить, что на этот раз организаторам удастся поймать погоду. Ирина Круглова, Осетия ТВ.